Первым пройтись по Луне. Что может быть круче? Дело предстоит не из легких. Чтобы совершить невозможное, придется начать все с нуля. Пока не доведем все до совершенства, даже не мечтайте о высадке на Луну. Нил, если этот полет будет успешным, вы наверняка войдете в историю. Что вы об этом думаете? Мы уверены, успех нам обеспечен. Вот же большая хреновина. Если она рванет, эффект будет как от атомной бомбы. Ты можешь и погибнуть. Лучше 100 раз ошибиться на Земле, чем 1 раз в космосе. Это не просто полет, Нил. Ты не на прогулку идешь. Папа, ты вернешься? Риск есть, но мы обязательно вернемся, сынок. Дайте кто-нибудь швейцарский нож. Швейцарский нож? Издеваешься? Начинаем! 6, 5, 4, 3, 2. Как вы считаете, программа стоит потраченных денег и загубленных жизней? На Земле об этом не задумываешься, но из космоса все выглядит по-другому. Начинаешь видеть то, что должно было быть очевидным с самого начала. У нас проблема. Ситуация под контролем. Вы беспомощны, как дети. Ничего у вас не под контролем. Человек на Луне.